утром на бульваре Сен-Жермен я девушку встретил. Шел вверх, она вниз. В густой толпе ее приметил. Когда приблизился на расстояние метров пять, то уже знал, что не упущу, да, мне нечего терять. Вижу, она на меня тоже смотрит. Выдаю ей улыбку, стрела Амура не одобрит. Сдержанно мне улыбнулась, как бы в ответ. Незнакомка, как же тебе сказать привет? Мой взгляд, как взгляд святого Себастьяна. Она чувствует его своей спиной постоянно. Взгляд, наверное, приятно ей греет лопатки. Скорее умрет, чем обернется, зачем ей оглядки? Простите, она оборачивается, и кого я вижу? Передо мной прекрасная незнакомка сносит мою соломенную крышу. Согласитесь ли вы поужинать сегодня со мной? И слышу в ответ: слишком торопитесь, дорогой, своей игрой. Слово за слово, и в конце концов сегодня Санной победил Beautiful Day. Мы пили потрясающее вино из пузатых бокалов. Они не перебивали букет дивных нектаров. Мы ели изысканные блюда, подобранные в так. Скотт де Нюи, Жофре, Шабертен, ну, как-то так.